«Локомотив» ЦСКА. Матч за номером 4 пока по нулям. Хотя, конечно, первый период по игре за хозяевами. Они сразу же обозначили свои претензии на этот матч, что они его сегодня собираются забирать и никак иначе. Вот атака, вот бросок. Павел Красковский. И вот он сейв Ларса Юханссона. Да, момент очень хороший. И в очередной раз не реализуют свои вот эти моменты ярославцы. Но надо дать должное. Юханссон сыграл здорово, конечно.